Привет, моби-рокеры! Сразу прошу вас прощения за качество видео. Дело в том, что я снова снимаю на свой телефон, как я раньше записывал влоги, если вы помните. К сожалению, я просто не смог сегодня забрать фотоаппарат, на который я теперь записываю видео. И вообще сегодня был просто кошмарный день. У нас целый день бастуют маршрутки, ездят одни троллейбусы. В общем, давка, ужас. Я с трудом сегодня вечером все-таки добрался до почты. И вот, как и обещал, японское издание Animal Rights. Ну, как видите, я его еще не распечатывал. Специально подождал момента и решил все-таки снять анбоксинг видео первое в своей жизни, потому что, ну, на мой взгляд, это... Я не люблю вообще анбоксинги и всякие такие подобные штуки. Но дело в том, что в этом случае действительно очень интересно, что же находится внутри. Я полагаю, ни вы, ни я. Мы не знаем, что там точно находится внутри, в этом японском издании Animal Rights. И вот, так сказать, практически в прямом эфире, вот этими ножницами советского образца, я вскрою эту посылочку. И мы скоро узнаем. Честно говоря, весьма волнительный момент. Та-дам! Так. Ну. Да, тут еще более запечатанная штука. Так. Да, вы простите, что я особо не комментирую, потому что... Блин, это реально волнительный момент. Так. Что же здесь внутри? Вот он. Да, это действительно, как мы видим, японское издание Animal Rights. Вот эта штука, специально такая бумажка, которая называется... Честно говоря, я точно не знаю, как правильно оно произносится. Оби или обай. Наверное, что-то по-японски. Короче говоря, такую штуку клеят практически... Ну, насколько я знаю, на все японские вот штуки. То есть, такая вот... Есть на всех японских изданиях вот альбомов моби, ну, не только моби, такая вот штукенция. Так, ну... и это тоже еще запечатано. Японское издание, у него бонус-трек. Вам, наверное, не видно, к сожалению, это все-таки телефон, на который я снимаю. Вот New Dawn Fates — это бонус-трек. И... Сейчас мы узнаем, что же, собственно, находится внутри, в самом буклете. Так, аккуратненько. Так, ну, эта штука снимается. Прикольная у него полоска. Вот эта вот, она серая. И тут написано какие-то иероглифы. Кстати, вот американское издание, японское издание. То есть, они практически идентичны, да? Ну, если не считать вот этого и бонус-трека. Так, какой из них какой? Вот этот, японский. Самое интересное, сейчас я вскрою коробочку, и мы посмотрим, есть ли там еще какой-то дополнительный вкладыш к основному буклету. Да. Пока кажется, что нет, но какой-то толстый очень буклет. Похоже, что все-таки там что-то есть. Так, сейчас, секунду, я достану. Да. Так. Так, ну эта штука такая же, как в американском издании, я полагаю. Да, раскладной.
основной буклет, а вот, дамы и господа, возможно, то, ради чего я и покупал японское издание. Так. Господа, тексты песен. Тексты песен. На английском и на японском. Так, теперь мне надо внимательно их изучить. И полагаю, будет влог про это дело. Пока.